Всем привет, с вами Дмитрий Синев. Сегодня мы приготовим очень быстрый и простой рецепт куриного филе в греческом стиле. А генеральный партнер этого видео – техника Волмер. Скидка 5% по промокоду Синев на всю технику. Ссылка на интернет-магазин в описании. Рецепт очень быстро и легко готовится. Нам понадобится куриное филе, где-то грамм 400-500, одна банка оливок без косточек, где-то 200-300 грамм томатов черри и где-то 200 грамм сыра фета. Также на гарнир я сварю немного булгура. Можно использовать любую крупу или, в принципе, вообще не использовать крупу. Всыпаем крупу в сотейник, промываем и ставим вариться. И вот пока у нас варится булгур, за это время мы приготовим наше блюдо. Сразу ставлю разогреваться сковороду где-то на средний огонь. Нам понадобится большая сковорода. Филе разрежем на небольшие кусочки, вот таким вот образом, чтобы нам было легко и быстро их прожарить. Тут, в принципе, сразу срезаем малое филе. Ну и вот разрезаем, чтобы меньше толщина была. Сразу на сковороду наливаем растительное масло. Я подсаливаю филе с одной стороны, а когда выложим на сковороду, посолю ее с обратной стороны. Выкладываем куриное филе на разогретую сковороду. Сразу еще подсаливаем. И, в принципе, нам нужно по несколько минут обжарить курицу с каждой стороны. Она будет золотистой корочкой и прожаренная внутри. Все, немного терпения. Переворачиваем. Немного черного перца. Все, филе полностью обжарилось. Можем откидывать его на тарелку. Добавляю прям еще немного растительного масла. И отправляем прям банку оливок и томаты. У меня есть томаты и сливовидной формы, и круглой формы. Это не имеет значения, но лучше всего использовать помидоры черри. И вот, как видите, примерно 1:2 соотношение. Пока томаты с оливками обжариваются, мы порежем курицу. Вот таким вот образом. Вот такие вот получаются красивые кусочки. Периодически помешиваем. Видите, прям образовывается такой красивый золотистый цвет. Курицу я порезал. И давайте порежем еще сыр. Сыр нарезаем прям кубиками. Пока мы все нарезали, у нас как раз обжарились оливки с томатами. Выкладываем сверху куриное филе. И сыр. Выключаем плиту. Все перемешиваем. Ну и, как видите, булгур за это время тоже запарился. Можем выкладывать наше блюдо. Выкладываю булгур. А сверху наше куриное филе. Томаты и сыр. Красота. Украшу еще немного свежим шпинатом. Ну и все. И я думаю, вы заметили, что я не добавлял дополнительные соли, только немного подсолил куриное филе. Потому что томаты, оливки, они имеют такой соленый вкус. Естественно, сыр тоже соленый, поэтому не надо солить. Можно даже куриное филе тоже не солить. Вот, но для вкуса я все-таки немного его подсолил. Давайте пробовать. Великолепный вкус. Томаты, греческий сыр, оливки. Сразу прям придают богатство этому блюду. Ну и, конечно же, куриное филе дает полезный белок. Понравился рецепт? Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. Техника Волмер – лучшее решение. Все ссылки в описании. Пока!